В Украине факты растраты бюджетных средств на проекте «Стена» все еще расследуют, хотя речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов гривен. По делу задержаны 7 подозреваемых, и они под стражей. Только по этому эпизоду в САП доказали присвоение 17 миллионов. Но, уверяют, цифра не окончательная, и новые задержания неизбежны. А вот эксперты подчеркивают, на скамье подсудимых пока мелкие чиновники, но вовсе не организаторы скандальной застройки. Напомню, Евровал – проект экс-премьера Арсения Яценюка. Стоимость незатейливого оборонительного сооружения оценили в 4 миллиарда гривен. За 2,5 года в стену замуровали уже более миллиарда. Под давлением фракции «Народный фронт» в этом году на строительство направили дополнительные средства. Как показало расследование, акты выполненных работ заявленным нормам не соответствуют.